Донецкая и Луганская народные республики совместными усилиями собираются усилить военную мощь, набрав в общей сложности 100-тысячную армию. В связи с этим будут осуществляться активный набор добровольцев. Было бы, наверное, нелогично, если противник увеличит свою армию в разы, то как-то и нам должна понимать, что это уже будет там не 1:5, как сейчас, да, это будет 1:15. Поэтому надо как-то выравнивать ситуацию, скорее всего, будет объявлен призыв. Есть возможности, есть учебные центры. Пока есть время там, до весны, подразделение успеет пройти боевую подготовку, провести учения, получить боевое слаживание подразделений. И, думаю, весну мы встретим уже в другом, в любом случае, в кризисном составе, чем сейчас. Что вы ждете от этой мобилизации? Ну, создание как минимум дополнительных 5 бригад, 3 мотострелковых, 2, 1 артиллерийскую, 1 танковую. Это тот резерв, который позволит гарантированно выдержать любой удар. И в случае успеха развить контрнаступление с решением оперативных задач. Мобилизация будет объявлен набор добровольцев, это первый этап. А там посмотрим, если добровольцами обойдемся, то мобилизацию даже объявлять не придется. Я думаю, что после последних событий желающих, ну вы видели, что вот в Углегорске пополнение приходило практически с улиц. То есть те подразделения, которые воевали в Углегорске, имели возможность пополнять свои ряды добровольцами, которые жителями города Углегорска. То есть мы в течение суток приняли почти 10 человек. А ограничения какие-то существуют? Вы знаете, если ты способен держать в руках оружие и готов защищать свою страну, то у нас ограничений в этом нет. Ну, у нас вот снайпера дедушки ходят, причем стреляют даже лучше, чем молодые. Дабы заставить нас на минских встречах подписать мирные какие-то соглашения о прекращении огня, они усилили обстрел мирных городов. Бьют по жилым кварталам, дабы запугать мирное население. Ну, а добивается эффектом того, что в военкоматах очередь стоит по поводу людей, захотят уйти служить в армию. Вот этим добивается Украина. У них наоборот, получается, они текают от своих мобилизационных пунктов, к нам идут. Это вот как-то так.